Смотреть главные новости Юга Сибири в 19 часов могут абоненты Ростелекома, СКАТа, ТТК, Орионтелекома, Телецентра и Интертелекома. Если подключены к ним, но не видите нас, тогда просто перенастройте телевизор. Это займет не больше 5 минут. В сетях разных операторов телеканал СТС ТВ7 присутствует на разных кнопках, но он там точно есть. И вы всегда можете сами присвоить ему привычную 7-ю кнопку. Подробная инструкция по настройке есть на нашем сайте ctv7.ru.